А почему у меня вид такой, как будто бы я... Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы будем с вами... Я что-то заговорил голосом бога. Не знаю почему. Возможно, эта игра как-то стимулирует почувствовать себя богом. Короче, мы с вами сегодня будем играть в спор. Вы постоянно пишете об этом в комментариях, что, мол, поиграй в спор. Как будто бы я сделаю из этой игры что-то очень веселое и смешное. Хотя, это серьезная игра. Серьезная игра про эволюцию, про жизнь и про нас самих в какой-то степени. Давайте приступим, увидим самих себя. И поймем что-то об этой жизни. Где нам начать? Вот на этой планете? На этой? Давайте что-то похожее на наш дом с вами. Вот это. Да, хорошая планета. И у нас есть только этап клетка, пока доступен. Давайте, кем мы будем? Хищниками, травоядными? Хищниками. Ведь люди хищники, да? Вот мы уже что-то про себя поняли. Кого бы создать? Евгенианец. Евгенианец, вот, да, это хорошее название. Это типа я создам свою жизнь. Когда человечество на Земле погибнет, то только мои ДНК останутся. Будут произведены евгенианцы. Короче, мы поняли. Упал метеорит, спасибо. Благодарю тебя, метеорит, что помог. Фактически осеменил планету. Оу, если так подумать, да? Как это происходит? Если в большом мире космоса... Это, по сути, был акт сайти. Животворящий. А тебе кушать? Стоп, фу. Это траву, мы жрать не будем. Фу, овощи. Это не по мне совсем. Вот кусок мяса. Вот это да, это мне нравится. А почему у меня вид такой, как будто бы я... Ого, я стал больше. Ой, последний раз я в спор играл, когда я был в 2008. Ам-ням-ням-ням. Смотрите, что это такое? Враг. Я понял, он опасен. Когда обнаружите новый фрагмент, подплывайте к его пиктограмме. Ням-ням-ням, быстрее, ускоряйся. Ускоряйся, не трогай мою пиктограмму. Так жизнь и развивалась. Собирала пиктограммки, жрала всяких гусениц. Ням. Я стал больше. Белиссимо. Я настоящий гурман. Я еще больше стал. Надо какой-нибудь знатный кусок мяса сожрать. Ням. Иди. А, все застрял, да, говно? Он, блин, протиснулся. Он, ну, блин... Как не ускориться? Не могу догнать. А вот сюда не хочу. Погоди, а может я и хочу? Можете навалять? А, нет. Нет, я прости. Сзади! Сзади что-то большое. Ну, похоже на меня. Бро, мы с тобой похожи. Зачем ты пытаешься меня сожрать? Он, по-моему, меня чувствует. Он чует. Моя снизу что-то огромное. А, он на другом левеле. Так что мне можно вообще не бояться его. Пожалуйста, нет. Пожалуйста, нет. Пожалуйста, нет. Может быть, ты большой, но ты жесть какой неповоротливый. Я тебя сваливаю, как нефиг делать. Я могу чернила пустить его? Ау. Сожрал недоумка этого. Так, ускоряйся. Нет. Есть. Я стал ему не по зубам. Я вернусь к тебе. Смотрите, как его очко пульсирует. А это он чует, что я охочусь на него. А я охочусь. Будь уверен, я охочусь на тебя. А малятка какая. Ну-ка, засы меня, молодец. Ам-ням-ням. Ну иди сюда, терпила. Не трогай! А ты, кстати, это ты! Получил? Стой! Хочу забрать. Я ворую ваше ДНК, прям у вас из кармана вытаскиваю. Ну-ка, сдохли все быстро у меня тут. Ой, я жопку тебе поцеловал. Не трогай меня, я всего лишь маленький, недружелюбный. Кто меня кацанул? Кто меня кацанул? Он сейчас очень скоростной! Скоростной! Вот это большой кусок овощей. А-а-а! Сныкаемся в пузырях. Все, хорошо. Мы можем выжить. Ущемил мое достоинство. Но мой хвостик маленький. Смотри, какой у меня смешной хвостик. Я могу вилять, притворяясь добрым. На самом деле это не так. Используйте зов, чтобы найти партнера. Открыть редактор. Партнер. Это не партнер, но тоже спасибо. Слышу зов любви. Сердце выскакивает наружу. О, какая ты большая. Не то, чтобы я был против. Может быть, ты меня чему-то даже научишь, новенькому. Давай. Смотри, что я тебе... Вы-то... Я что, самкой был? Это откровение. О, да, смотрите, мы можем подкрасить свое пузико. Мы можем быть серыми и незаметными. А можем быть пестрыми, яркими, чтобы все завидовали вокруг. Да, мне это нравится. Турбины какие можем придумать позади нас. Так, глаза надо вперед, чтобы лучше видеть. Вот так будем на 360 смотреть, кажется. Давайте сделаем себе бицуху. Нет, это жопуха какая-то. Да, сделаем себя вот такого, знаете, рельефного вида. Такой огромный пукан. Чтобы все боялись. Такой мощный грудак. Во! Мы большие. В природе главный размер, друзья. Это самое важное. Мы еще глаз натянем себе на одно место. Всегда нужно, чтобы кто-то прикрывал твой тыл, правильно? Правильно. Потом мы можем шип. У нас нету
ДНК, прости, жопа, но ты будешь... Тебя ждет уроны. Вообще, хвост нафиг не сдался. Продать. А вот рот, вот это мне сдалось. Атака? Не знаю, нужна ли мне атака. Атака, блин, нужна. Прости, рот. Во, смотрите, это будет смерть. Это смерть. Только как я буду атаковать? Я что, дурак? Вот когда, а сначала атаковать, а потом хавать сразу. Все, мне нравится, название вида. Евгенианец. Описание. Та еще мразота. Беги. Еще шип. Вот, сзади, да. Если кто-то захочет меня сзади кольнуть, он получит у меня. Друзья, прервемся на минуту, поскольку настало время рубрики «Поддержи малого», где мы бесплатно оказываем информационную поддержку малому и среднему бизнесу России. Первый в нашем списке — это бар «Мистия». Это аутентичное гастрономическое заведение с вкусной едой и вином, расположенное в самом сердце города Тюмень. Ребята создали атмосферу уюта и тепла в своем баре, словно вы в гостях у старинного друга-путешественника. Ведь для создания своих блюд они не ограничиваются одной страной, а наоборот, стремятся показать красочный спектр вкусов и ароматов мира. Далее у нас идет «Драконья ферма». Скульптор Татьяна с детства любила драконов. И поскольку возможности покупать игрушки в виде драконов не было, она лепила их сама из пластилина. Теперь же она превратила свою страсть в профессию и создает скульптуры и кулоны в виде драконов для всех людей, кто также восхищается этими великолепными существами. Каждый образ создается чисто на импровизации. Драконья ферма осуществляет доставку по всему миру, и от себя хотел бы добавить, что скульптура выглядит просто потрясающе. И завершает наш список компания Интерчас. Они занимаются розничной торговлей сувенирной и часовой продукции. Доставляют по России оригинальные сувениры, предметы интерьера, а также у них собраны наручные интерьерные часы известных марок отечественного и зарубежного производства, от эксклюзивных до эконом-класса. Их товар можно приобрести быстро, удобно и недорого. На сегодня это все. Если вас что-то заинтересовало, то ссылки на ребят вы найдете в описании. Поддержите малого, друзья. А также, если у вас или у ваших знакомых есть собственный бизнес, и вы считаете, что наша информационная поддержка может быть вам полезна, то оставляйте вашу заявку на нашем сайте. Ссылка будет в описании. И не забывайте на ваших ресурсах указывать хэштег «Поддержи малого», чтобы другие люди, которые также могут вас поддержать, смогли вас найти. Спасибо за внимание, друзья. Теперь переходим обратно к видосу. Смотрите, из яйца родилось... Нет! Ускоряйся! И кольни ему в задницу! Он, смотри, он, смотри, он понял, такой, не стоит, не стоит ко мне подходить. Не стоит, правильно. Травоядный, что ли? Ну, зря, это ты зря, конечно. Ой, я стал больше. А ну, блин, не трогай! А ну, не трогай! Получил у меня! А! Кольнуло. Смотрит на меня огромный глаз! А! Сейчас убьет! Как ты посмел? Я умер! Меня убила какая-то малявка. Няма. Он меня выпивает! Он меня выпил! Он испил из меня, как будто бы я термос! Есть, я стал больше! Слушай, блин, оно отошло! Оно отошло от меня и сдох быстро! Смелый! Теперь ты такой же смелый? Ну-ка, иди сюда! Ну, иди сюда! Да я твоими иголками, блин, зубы себе прочищу! Ой, блин! Ой, заварушка, я здесь ни при чем! Меня подставили! Уйди! Быстрее, быстрее! Я зажат между шипами. Я по дороге убиваю всех. Ух, как я выжил. Ой, чувак, он без глаз. Фух, слава богу, он не видит ни хрена. Он такой, блин, где-то я облажался с эволюцией в каком-то моменте. Да я не вижу в каком. В прямом смысле. Хватит меня коцать. Сдох. Что со мной произошло? Я распался на молекулы? Я же ничего не сделал. А, нет, все заново. О, мистер Лампочка. Понятно. Ой-ой-ой, это опасно. Если только аккуратненько не кольнуть его в сраку. Ой. Опрометчивый это я. Что-то я раздобрел сильно. Надо бы изобрести тренажерный зал. Но это ничего, это через пару тысяч лет. Многород. Вы видели, сколько у него ртов? Мне всего один, это плохо. А, уже пора партнеров искать давно. Мою партнершу кто-то хавать пытается. Ты чё? А ну стой, у нас тут мы заняты. Все, уходи. А, ну простите, я оставлю вас в покое. И Многород. Уйди, не смотри, еще многоглаз. Он будет точно смотреть и пускать много слюней. Не надо бы нам зрителей в нашем деле. Так, пора менять окрас. Каждое поколение — это что-то новенькое, необычное. Видите, мы много понимаем о современном мире. Мода, она очень быстро меняется. Теперь мы с вами как выглядим? Как сопля. Давайте яд выделять. О, да. Погодите, не могу его выделять, потому что надо зад побольше. Вот. Давай. Ад! Самкам очень нравится вот эта вот штучка. У меня больше нет денег. Это все? Это все? Это все, на что ты способен? Евгенианец, я разочарован. Смотрите, какой толстый тролль растет у нас. Ага, нравится? У-ху-ху-ху. Ему кажется щекотно. Но раз тебе нравится, так мы продолжим. Нагород! Я не смогу пояснить, базар! Все, ухожу, ухожу, ухожу. Я почему стал больше? Оказывается, я жил среди огромной кучи плавающих каких-то говняшек. А ну не трогай меня, яда, схавай моего, понял? Ну, она понравилась, и уснул, да сдох. Уснул, не проснулся. Все засыпают от моего яда. Что происходит? Что это такое?
Что это? У меня мозг появился! Есть! Самое лучшее достижение в моей жизни! Посмотрите, я такой, какого хрена здесь происходит? Не кажется? Или я урод? А вдруг все это видят? Вдруг все видят, что я урод? Но это только при условии, что у них тоже есть мозг. Вы прекрасно научились ориентироваться в первичном бульоне. Чтобы выйти на сушу, существу необходимы нижние конечности. Сначала мне необходимо вкуснотища. Мне очень нравится этот бульон. Ой. Играет такая музыка, знаете, как будто бы я добился чего-то важного. Но появление мозга не прибавило счастья. И наоборот, понял, насколько я ничтожен. Что ж, давайте отрастим себе конечности. Может быть, для этого надо самку? Самка! Мне конечности нужны. А, не нужны? Не нужна самка? А, нет, нужна. Стоп, я куда-то там... Я все, я куда-то поплыл. Я поплыл на мелководье. Че ты смотришь? Сейчас у тебя будут ноги. Ты будешь очень ногастое существо. Допустим, у тебя будет вот такая нога. Ты будешь как та самая птичка, знаете, которая центр тяжести на клюве. Пора начать изгибать свое тело. Погодите, это возможно? Ха-ха! Так можно, да? Я уже не помню. Смотрите, это одна нога, разделенная на много ног. Вот, ты будешь этим. У тебя все получится. Вот. Вот, лобанок. Ты будешь лобоногий. Ой, блин. А, ты как гимнаст будешь, да? На перекладине крутиться. У-у-у. Опа. Вот, изящное строение будет. О! Многоглаз. Глаза будут смотреть друг на друга. Впервые единственное существо в мире, которое способно смотреть одним глазом в другой глаз себе. Первый зрительный контакт с самим собой состоялся. Наконец-таки. Даже зеркало не нужно. Но шипы остаться должны, наверное, на рту, да? Вот так. Во! Умри. Я думаю, я четко и ясно даю понять, что ты умрешь. Так, сзади у нас, кажется, все нормально. Вот эта штука, можно ее... направить чуть. Это пердильный мой аппарат. Это турбины. Давайте вот так турбину, да, джетпак у нас будет. Хорошо. Посмотри, как он радуется. Куда поплыл? А, да. Как Iron Man взлетел. Оно всплывать нет! Само Ктулху всплыло. Ну, не как минимум его внучок. Что за звуки ты издаешь? Не притворяйся красивым морским котиком милым. Ты отвратительно. Я могу на тебя смотреть. Я породил чудовище. Вообще, призвал своих. Кто его звал вообще тусить здесь? Начинается новый день, новая жизнь для вашего существа. Сделайте глубокий вдох. Окиньте взглядом новый мир. И отправляйтесь исследовать сушу. Да здравствует эволюция, да, согласен. А что будет на этапе существа, мы узнаем с вами в следующий раз. Конечно же, если вам понравилось это видео, вы хотите увидеть больше спора. Не думал, что я дойду в итоге до этой игры, но сегодня я что-то проснулся, думаю, а почему бы и не попробовать? Собственно, я получил удовольствие, надеюсь, что вы тоже. Если так, то шлепните лайк, а желательно побольше с аккаунта мамы, папы, брата, сестры, всех подряд. Зайдите в дом, в чужой дом, проникните туда и зайдите на канал и поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И я буду очень благодарен вам за это. Огромное всем спасибо, с вами был Юджин, люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю, все ссылки интересующие вас будут в описании под видео. И всем пять!